Мы, как ты? Я ужасно соскучился. И минуты не проходит, чтобы я не думал о тебе. Рит, какой же я был дурак, что не послушал тебя. Если бы я тогда не поддался доку и не впутался в ту историю с бандитами, ничего бы этого не случилось. Мы бы просто держали бы свои способности в тайне. Мы бы с тобой сняли небольшую студию. Я бы иногда уезжал на соревнования по стрельбе, а ты бы участвовал в драгрейсинге. Но я поверил Руслану и закрутилась. Прости меня, родная. Но я не могу просто спрятать голову в песок, как будто ничего не случилось. Мы все наломали дров, за это придется ответить. Любимая родная девочка моя, не отчаивайся. Я что-нибудь придумаю. Люблю тебя. Твой Дима.